свой ван-гайд. Всем привет! Эй! Чего? Хай-хай, с вами Вангай. Паша Микус. И сейчас мы будем делать кое-что очень интересное и больное. Ваня, что же мы будем сегодня делать? А нихренашеньки, мой маленький Пашенька. Мы сейчас будем проводить над собой очень жесткие такие мужские эксперименты. Но я это буду делать не просто так, как вы видите, у меня есть шарик с гелием. И не один. Опа! Паша вам сейчас продемонстрирует первый, да, Паша? Ты сейчас продемонстрируешь? О, да. Снимай свои штанишки, демонстрируй. Начнем с чего-нибудь легкого. Девчачьего. Именно. Липенькая. Примазывай ее. Присобачилась. Конкретно. Смотри. Почти с кожей. Ваня очень профессионально снял камеру. Ивангай, ты готов? Я готов. О боже. Мои ножки. О, Паш, забери! Не трогай его! Ноготь нет, депилировал. Туалетовый, туалетовый. Туалетовый. Туалетовый нет, туалетовый. Волосы Ивангая. Паш, не плачь, у меня для тебя кое-что лучше. А что это? Пахнет так вкусно. Это глист. Супер глист, Паш. О! Всё! Жесть! Он еще не зрелый оказался. Специально купил такие. Ой, блин, Паш, я не снимал. Я знаю, что это тролль. Я же выключал, когда мы это все настраивали. Я видел красную лампочку, когда ты меня снимал. А, тут лампочка горит красная! Больше не буду есть никогда лимоны. Но самое страшное у нас еще впереди. А следующий у нас ты, Паш. Ивангай, что ты приготовил для следующего испытания? Нет. Нет. Да. Нет. Да. Фу, Паша, фу. Слушался такого идиота хозяина. У меня язык немного опух. Я уже сразу, исходя из прошлого опыта, подготовил с собой молоко. Пускай оно стоит рядом. Молоко. И салфетки, чтобы я сразу мог выплюнуть это. Я не хочу это есть! Не буду! Молоко потекло! Да ну, Паша, как ты молоко закрыл? Почему? Это пятно похоже на член. Блин! Блин! Оно не острое. Оно не острое. Оно не печет! Честно! Печет! Печет болеет! Что там? Она, по-моему, жжет мою ногу! Она ее прожигает, Паша! Что? Иванка, что ты там приготовил? Ой, знаешь, что я приготовил тебе? Да ничего особенного, просто васаби. И что же я должен с ним сделать? В нос! А где суши? В ноздри! Что? Хуя! Так, чтобы видно было.
Я чувствую свежесть Японии! Ну что ж, ребята, мой час настал, и теперь это васаби будет у меня в носу, и я не хочу, мне еще нужен нос. Вылази. Да не могу, печет, печет. Не плачет. Пойдем в ванную, Пашка, пойдем мыться. Пашка, пойдем мыться. Мыться пойдем. Уйди с дороги. Уйди, мы моемся. Что это тут это развела? Это что? Я прочистил нос на 10 лет вперед. Для тебя подготовил еще кое-что интересное. Прищепочки! Давай это на губу, давай это на мочку уха. Держишь. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Это было у тебя в носу, фу. Раз, два, три. Не так больно, как. Ты мне бровь содрал, парень. Что-то там у меня, по-моему, нос порвал, не? Вроде да. А рот порвал, да, точно. Ухо, значит, что-то порвалось, я слышу. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравился этот ролик. И если это так, то почему бы не подписаться на канал, не поставить ему лайк, а также подписывайтесь на Пашку. Это все дела. О, голова кружится уже. Всем пока! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Подписался.